чем через сутки огромная комета врежется в Землю и навсегда убьет все живое на нашей планете. Телевизор работает, и я буду здесь, сука, стоять насмерть. Да ты хоть понимаешь, что это послание во Вселенную? Наследие человечества, там одни шедевры. Зачем мы их с собой взяли? Президент же сказал, оставайтесь с теми, кого вы любите. Я их разве люблю? Потомство беззаконных истребится! И ты истребишься! И ты! Покайтесь! Я вот именно такими представлял себе людей будущего. Хорошими, добрыми, свободными, искренними. Счастливыми. Люди! Здравствуйте! Я вас ненавижу. Я без тебя умру. Я однолюб, Маша. Ты же говорил, каждый день как последний. Козун последний. Папа, сколько будет взрыв? Он не умер. Пострадал, грешил и пугается. Прощайте, друзья!